Республика Казахстан – давний партнер Ульяновской области. И визит иностранной делегации в Ульяновск, по словам генерального консула Казахстана в Казани Жанбалата Мурзалина, только укрепит эти отношения. Я приехал с ознакомительной такой миссией. Ну и для того, чтобы предельно конкретизировать наши взаимоотношения в плане экономики, торговли между нашими странами. Как отметил губернатор Сергей Морозов, результатом успешного взаимодействия стран стали три инвестиционных проекта. Это российско-казахский рыбоперерабатывающий завод в Димитровграде и работа на территории Казахстана двух ульяновских предприятий «УАЗа» и «Металлоконструкции». Вот тот проект, который у нас есть благодаря вашим инвестициям, он, несомненно, нас радует. Очень хороший проект. Я не знаю, там вряд ли, наверное, вам, к сожалению, удастся проехать, да? Встретились, но вот так посмотреть, мне, он как раз этот проект дал развитие всей нашей аквакультуре в Ульяновской области, а то мы как-то не очень внимательно к этому относились. Два проекта инвестиционных у нас реализованы в Казахстане, это вот все, что касается Ульяновского автомобильного завода. Казахстан, как было подчеркнуто на встрече, является важным экспортным направлением для Ульяновской области. Только за 9 месяцев прошлого года внешний торговый оборот Ульяновской области с Республикой Казахстан увеличился почти на 7%. Регион поставляет зарубежному партнеру автокомпоненты и средства наземного транспорта. За последние 10 лет в республику отправлено 32 тысячи автомобилей УАЗ. Республика Казахстан готова дать все преференции, чтобы ульяновское предприятие укрепило свои позиции на местном рынке. Обороты не снижаются. И мы бы хотели, чтобы УАЗики не только отверточно собирались, то есть корпус привезли, колеса приделали, он поехал, а еще локализовали сопутствующие компоненты. То есть и крылья, и бампера там собирали и так далее. Тогда бы за счет того, что локализация была бы там, а соответственно и это удешевило бы стоимость каждой машины, каждого автомобиля, он был бы более конкурентоспособным. В рамках рабочего визита в регион делегация Республики Казахстан также посетила торгово-промышленную палату. Здесь гости на мини-выставке познакомились с продукцией, которую производят в районах области, и с библиотекой ТПП. Кроме того, генконсул оставил памятную надпись в золотой книге почетных гостей. Мы сегодня готовы к продвижению нашей продукции на территорию Республики Казахстан и готовы воспринять ту продукцию, которая необходима нашим гражданам с Республики Казахстан сюда. Вот мы видим свою миссию в этом, в поиске элементов, которые бы благоприятствовали этому, поиск каких-то преференций, поиск создания более гибких условий для пребывания здесь. Также делегация посетила заволжское предприятие по окрашиванию воздушных судов «Спектр Авиа». С этим предприятием Казахстан сотрудничает с 2012 года. В частности, на ульяновском предприятии окрашен весь действующий парк второго авиаперевозчика в республике авиакомпании «Век Аэр». В этом году запланировано к окраске еще 5 самолетов казахских авиалиний. На территории Ульяновского центра трансфера технологий прошли переговоры по сотрудничеству с руководством Агентства по развитию сельских территорий, Корпорации развития Ульяновской области, ПАЭС Ульяновск и Ульяновского государственного технического университета. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.